ID Fashion не мог пропустить такого события и приглашает вместе с нами посетить открытие бутика «Возневая». Бренд «Лазнева» — это команда, страсть, это постановка целей и достижение высоких результатов даже больше, чем ожидали. Вы сейчас видите две мои сбывшиеся мечты здесь. Это бутик и бренд «Лазнева». История самого бренда началась задолго до его основания, а он был основан, бренд, в 2012 году. Стараемся следить за трендами, быть актуальными в данный момент, в данное время. Мне очень понравилось и качество, и материал, который Лазнева использует. Очень женственные получаются линии, потому вот пал выбор на несколько моделей, которые мы заказали и успешно наши клиентки носят. Я всегда стремилась и стремлюсь сделать лучше, чем есть. Это с детства выражалось у меня в одежде. Мы с мамой постоянно что-то шили, переделывали, обновляли. И сейчас для меня это большой кайф. И сейчас вот этот свой кайф я стараюсь передать в одежде людям, которые тоже делают что-то лучше, чем оно есть. I think it's a beautiful brand, very elegant, very stylish, very different. And as I was talking to Lazneva today, that you know she should really focus into Europe, especially the London market. She'll do very well. Желаю им успехов, чтобы вот это вот светлое помещение приносило свет тем людям, которые будут сюда заходить, и только позитивные эмоции от одежды и от самого пребывания здесь. ID Fashion – Real Emotions.